Сильно ты меня, Макс, не любишь. А почему? Потому что ты в 95-м году пивом в ларьке торговал. Водочку с батяне бухал под шашлычок. А я в это время английские учебники по экономике штудировал. Ты свою первую зарплату на бэхучу трехлетнюю потратил. А я поехал Рим и Флоренцию смотреть. Потому что не могу себе позволить держать в руках книгу «Слепой против бешеного» и угорать над комеди-клабом. А чего же тогда ты здесь делаешь? Как вы говорите, в этой стране. А я здесь живу. И хочу, чтобы в этой стране все было как-то нормально. Чтобы мода была нормальной. А не от Славы Зайцева. Чтобы жизнь была нормальной. Чтобы «Спартак» с «Зенитом», блядь, играли как «Интер» с «Миланом». Допускаю, что большей части населения все это нахер не нужно. Но я вас не призываю в свой мир. Оставайтесь в своем. Только меня туда тащить не надо. Херня это, Макс. И дело не в Флоренции, не в Риме, не в «Спартаке» с «Зенитом». Людям ведь везде одно и то же нужно. И ты, по большому счету, от меня ничем не отличаешься. Только я свой кусок аккуратненько отщипываю и детишек кормлю. Вот ты смеешься, а я уже дом построил и дерево посадил. А ты кокос нюхаешь и думаешь, что у тебя хер длиннее всех.